Фарината – итальянская нутовая лепешка. Очень проста в приготовлении и здорово дополняется любыми сезонными овощами. У меня нашелся цукини и красный лук. Их максимально тонко нарезаем. Присыпаем солью, пусть дадут сок. У меня не продается нутовая мука, но это не проблема, если есть нут, блендер и мелкое сито. Готовую муку соединяем в равных объемах с водой, небольшим количеством соли и оливкового масла. Вымешиваем жидкое тесто и пусть постоит. Отжимаем овощи и отправляем в тесто. Выливаем все на пергамент, можно сверху добавить зеленый горошек и общипать розмарин. Еще немного масла и отправляем запекаться 230 градусов 25 минут. Домашняя еда может стать интересней, пробуй!